равные права и возможности для всех. В июне в прокуратуре Чувашии прошел форум по организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там был обозначен фронт работы в этом направлении для правоохранительных органов и тех, кто допустил нарушение прав инвалидов. Наша съемочная группа проехалась по местам, где ситуацию должны исправить в ближайшее время. Практически все автомобилисты знают, что на парковке дома МОД свободно не бывает даже в будние дни. Людям с ограниченными возможностями здесь вообще не выделили специальные места. Сейчас прокуратура Чувашии внесла представление. По закону 10% от общего количества парковочных мест должны быть предоставлены инвалидам или тем, кто их перевозит. Если в течение месяца администрация торгового центра не устранит нарушения, то их ждут судебные разбирательства. На парковке МТВ-центра это требование соблюдено, но автомобилисты по-прежнему занимают неположенные им места. Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, что это за места? Знаем. А почему вы припарковались именно на таком месте? Не по праву. А что, надо фотографировать сразу, да? Ну да, вообще мы за то, чтобы не парковались на таких местах. А извините, больше не были. Итак, на каждой парковке города нарушителей даже не пугает штраф 5000 рублей. В ходе проведенной проверки прокуратуры города Чебоксары было установлено, что сотрудниками ГИБДД по городу Чебоксары принимаются недостаточные меры по контролю за водителями, которые незаконно занимают данные парковки, предназначенные для водителей инвалидов и лиц их сопровождающих. В этой связи прокуратурой в адрес УМВД по городу Чебоксары было внесено представление, в котором содержится требование усилить данную работу по контролю за тем, чтобы неосознательные водители не занимали соответствующие парковочные места. Я думаю, что данная работа в ближайшее время будет усилена. Наложены штрафы на водителей автобусов городских маршрутов, которые не выдвигали пандус для перевозки маломобильных людей. Мы об этом рассказывали в программе «Такие же» и новостных сюжетах. Такие же меры будут приниматься и к другим перевозчикам, нарушающим права инвалидов. В прокуратуре взяли под контроль ситуацию с входом в бюро медико-социальной экспертизы. Парадокс, но даже в это специализированное учреждение проехать на коляске просто невозможно. Это бюро номер 12 медико-социальной экспертизы. Сюда приходят родители с маломобильными детьми, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Казалось бы, это то учреждение, где как нигде хорошо должна быть организована доступная среда. Но что мы видим? Вот такие лестницы, и те обколотые. Нет никаких пандусов и возможностей заехать сюда с ребенком на коляске. Что написано на входе? Вход с колясками с правой стороны, крыльцо с желтой крышей. Идем искать это крыльцо. Эту надпись повесили уже после жалоб родителей. Мы нашли желтое крыльцо. Это вход в стационар реабилитационного центра для несовершеннолетних. Но охранник нас уверил, что пока детей на колясках, они пропускают отсюда. До сентября должны установить пандус по всем нормативам в самом здании бюро медико-социальной экспертизы. Основная цель наших проверок – это не просто наказать нарушителей, а в первую очередь сделать так, чтобы эти нарушения были реально устранены. Мы хотим, чтобы лица с ограниченными возможностями могли свободно передвигаться по улицам нашего города, по всей республике в целом, и в первую очередь свободно проходить в социально значимые объекты. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика.